Сегодня у нас новый краш-тест «Самолеты против ветряков». Это видео получилось довольно-таки необычным, и я снимал его по фану. Поэтому ставь лайк, устраивайся поудобнее и смотри внимательно. Думаю, тебе понравится. Привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Юрач, и сегодня у нас Брикрикс и краш-тест самолетов. Что ж, многие из вас просили, чтобы я наконец-то уже сел в самолет да полетал, и вот этот день настал, поэтому за это нужно поставить лайкос. Ну и, собственно, что мы будем сегодня делать? Я решил сегодня снять ролик чисто по фану, ребята, ничего серьезного. Мы будем с вами выбирать разные самолеты, я, конечно, постараюсь выбрать только те самолеты, которые действительно летают, потому что из 5 моделей, которые я только что смотрел, только одна полетела хоть как-то, остальные просто недоработали. Работаны, недоделаны. Что ж, если ты разработчик, если ты делаешь, да, какие-то модельки, то обязательно смотри на все нюансы, чтобы самолет твой летал, а не просто ездил по земле. Это очень важно. И тогда, может быть, он попадет в мою серию. Что ж, сегодня мы будем пытаться делать что-то наподобие трюков, а также я хочу раскромсать данный самолет, да и вообще все следующие, которые будут, через вот эти ветряки. Мне кажется, что это будет очень круто, и если самолет сможет там пролететь, то это действительно очень годная машина. Что ж, первый самолетик, который такой необычный, это либо японский, либо самолет США, непонятно, короче, но он времен Второй мировой где-то примерно, и он боевой. Самолетик очень классный, тем не менее, он даже летает, как ни странно. В принципе, чего вы ожидали, я бы тогда в него не сел. Окей, ребята, давайте попробуем прокатиться на этой крошке. Самолет классный, самолет стреляет, вот я вам показал. Управление, в принципе, у него вполне такое годное, но прежде чем взлетать, я рекомендую на любом самолете разгоняться. Потому что без скорости как-то, ну вообще, не ахти, в воздухе-то ничего там не сделаешь толком. Так, давай, мой хороший, давай мы покорим с тобой первый ветряк, который помедленнее. Попробуем просто пролететь на замедлялочке и посмотрим, что с тобой станет. Так, ну, ты вроде хорошо летишь, он, кстати, хорошо набирает скорость. Оп! Оп, 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 вот это красиво, я обошел стоп, но меня шарахнуло, как смотри, ай-яй-яй-яй-яй, если я сейчас дальше полечу, это будет просто эпик. У меня нету шасси, посадить я уже не смогу. О, воу-воу, тебя что так закрутило, стоямба, успокойся. Вау, 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 тихо, тихо. Оп, ты видел над землей, просто над землей я его смог выпрямить. Обалдеть, просто обалдеть. Вот это было действительно очень круто. Хороший удар, увернулись от столба. Нас шарахнуло. И мы как-то еще остались живых. Посмотри, пропеллер-то вроде еще есть. Но что-то он шатается. Если ты еще полетишь, то тебе просто медаль можно будет за сборку дать. Но я чувствую, что это бесполезно. Давайте попробуем еще разок. Но на этот раз пролетим между вот этим быстрым вентилятором вторым. Мне кажется, тот нас точно разнесет в клочья. Блин, ну неплохо, неплохо, ребята. Пишите в комментариях, как вам вообще самолет. Я удивлен, то, что мне все-таки удалось справиться с управлением после удара. То есть это о чем-то договорит. Конструкция вполне меня устраивает. Конечно, сюда бы скорости побольше, но с другой стороны, самолета Второй мировой войны, какая скорость? О чем речь вообще идет? Ох, нас сейчас жахнет. Давай-ка мы полетим чуть повыше, чтобы у нас была хоть какая-то фора. Ай-яй-яй, ты только посмотри! Просто вдвигло, друзья, просто вдвигло, и наш самолет взорвался на месте. Обалдеть. Ну что ж, я такого, конечно же, ожидал, но не до такой же степени. Живодеры вы несчастные, за что мою пташечку-то так уничтожили? Ну что ж, ребята, мы поменяли с вами самолет, и это что-то необычное. С ракетами, бомбами, и, собственно, это довольно-таки быстрый самолет, потому что у него стоят реактивные движки. А что ж, будет весело, будет круто, и я думаю, что взорвется он, мама, не горюй. Так, давай-ка, мой хороший, разгоняйся уже. Так, ну понятно, все управление, короче, на второй передаче. Надеюсь, что и летать он тоже будет. Ну, вроде да, он летит, но он меня не слушает, потому что он какой-то дерганный, друзья. Можно, кстати, убрать шасси, наверное. Нет, шасси нельзя убрать, здесь не продумано это дело. А вообще на стандартном самолете можно еще убрать и шасси. Так, давай разворачивайся, все отлично, давай табурет, летающий табурет у нас новый. Блин, он очень дерганный, он психованный. Давай, поближе к ветряку, твою мать. Давай.
Ну, этот самолет быстрее, кстати. У него больше шанс. Ракета полетела! Смотри, смотри, ракета полетела! Это нас задело, что ли, или что? Бум! Она не взорвалась. Почему? Так, вот так управление. Отключаем. О, полетел, полетел. А почему ракета-то отлетела? Я что-то не понял. Мы же не, вроде как не врезались. Так, нам нужен быстрый ветряк, потому что этот самолет, в принципе, с ним справился, ясно. Да. Не нравится мне, конечно, управление Брикрикси для самолетов. Это все не хорошо продумано. Так, вообще не продумано, я бы сказал. Ой, хорошо летим. Ну, сейчас будет, чувствую, мясо. На! Ну, по крайней мере, он не взорвался. Хорошо его откинуло. Прям вообще эпичненько так полетел наш самолет. Так, а что за управлением у нас там? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мне кажется, это уже не полетит. Так, успокойся, успокойся. Попробуем тебя посадить. А нет, ребята, он летает еще. Он летает, да, он смог. Самолет, который смог. Взорваться-то больше нечему. А, ну да, движку. Я забыл про движок. Ну что ж, вот такой необычный самолет. В целом можно летать, но он очень дерганный и управлять им очень сложно. Пишите в комментариях, что думаете, а я пошел за следующим. Третьим самолетом будет вот такой необычный бомбардировщик. Сделан очень круто, мне очень сильно нравится на самом деле. И самое классное, что он быстрый. И он летает. Это очень хорошая качественная постройка. Мне очень сильно нравится. Но я чувствую, что от нее сейчас ничего не останется, потому что мы летим прямо на ветрячок. А, да ладно. Ай, чуть-чуть, ты понимаешь? Тебе чуть-чуть не повезло. Еще бы чуть-чуть, и мы бы просто пролетели там, понимаешь? Просто бы пролетели. Опачки, ты видел? Этот самолет не так-то прост. И, кстати, управлять им одно удовольствие. На самом деле, очень хорошо. Но я чувствую, что у нас какая-то проблема. У нас какая-то проблема была с управлением. Так, спокойно встань. Потому что у меня не летал самолет вверх. То есть он запрокинулся просто с альтухой и все. Это значит, что нужно набрать скорость. Так, попробуем через быстрый ветряк пролететь. Может быть, у нас это получится. Так, давай. Я не знаю, управление очень странное. Получается, когда самолетом пытаешься лететь в бок, его просто ворочает, как не знаю что. Поэтому те ребята, которые просили типа полицейских погонь на самолетах, ну мне кажется, это нереально. Это просто целую серию мы будем пытаться летать, догонять. Вот это я сейчас зря сделал. Я сейчас врежусь в столб. Да, я врезался в столб. И мне сейчас еще шарахнет. Вот это я понимаю, шарахнуло просто. Взорвался нафиг и улетел в космос. Ну что ж, самолет, конечно же, не противостоит ветряку, но я не знаю, мы еще не видели реактивных каких-то самолетов, поэтому загадывать-то еще рановато. Поэтому давайте посмотрим, что там есть еще. Итак, ребята, те, кто активно смотрит мои видео, уже видели этот самолет. Самолет очень классный, кстати, не знаю, летает он или нет, потому что не было возможности протестировать. Но едет, и вообще масса у него классная, и сделан он четко, мне нравится очень сильно. И теоретически, как бы он должен и летать. Но это не точно, вообще нифига не точно. Давайте попробуем. Так, 130 км в час. Отрыв вроде есть. Есть отрыв, друзья, да, оно летит. Оно летит, это классный самолет. Действительно классный самолет. И в плане того, что его хорошо сделали. И вообще, и он летает замечательно просто. А закрылки, да, и закрылку убираются. Смотри. Обалденно, вот сейчас я вам покажу, как это на самом деле все смо... Так, стоять, вот. Отлично. Оп, все, закрыл. Закрыл, отлично. Просто классный самолет, мне нравится. И я думаю, что сейчас он хорошенько врежется у нас. Управление просто сказка. Несмотря на то, что он большой, такой вроде как бы неуклюжий, он хорошо управляется и входит в повороты. Оп, а вот сейчас вот это было не по плану. Так, давай, не надо нам краша, не надо краша, лети, пташка, лети. Очень тяжелое управление, в плане, когда у тебя самолет уже пошел куда-то кубарем, его надо удержать. Ой, прям на ветряке летим, хороший такой ракурс, кстати, такой, знаешь, кому-то третьего лица управление самолетами в каком-то шутере. Ох, сейчас будет катастрофа века, просто катастрофа века.
Бам! Он просто врезался. Но он очень большой, мне кажется, на нем просто нереально увернуться. Так, у меня чувак сидит еще внутри. Как у тебя там дела после столкновения, а? Расскажешь нам что-нибудь хорошее? Так, ну, мне кажется, что этим чудом управлять уже нереально. Он просто сейчас шмякнется. Да, я ничего не успею сделать. Бам! Он просто упал и развалился. Но самолет очень классный, я хочу его, короче, запустить на большой ветряк. И прям, короче, прямиком летим на самый быстрый вот этот пропеллер, ветряк, и посмотрим, что с ним будет. Кстати, отрывается он только на 200 км в час примерно. Он очень тяжелый, то есть вы прекрасно должны понимать. И топливо, кстати, он тоже жрет довольно-таки быстро, я бы сказал. Так, мы этот пролетим, то... Не знаю, я выше, ниже. Нет! Охренеть, вот это просто шарахнуло. Просто кончиком задело самолет и сразу пополам сломало. Ты только посмотри, как он улетел. Прощай, пиши письма. Бум! Но он хотя бы не взорвался. Оп, я живой типа. Ха-ха, нормально. Тут еще что-то работает? Это, наверное, шасси, которое осталось одно. Да, можно его убрать. Все, отлетали. Ну, довольно-таки классный самолет. Пишите в комментариях, что думаете. Черная стрекоза любви будет, а не белая. Вот такой вот необычный самолет. Смотрится очень круто, кстати. Он какой-то вообще реально необычный. Если это еще полетит, то это будет реально круто. Ты посмотри, какой он большой. Он даже в экран у меня не вмещается. Он летает, реально летает. Это просто какая-то, не знаю, черная фурия, блин. Действительно, такой дракон необычный. Ну, классно. Автору респектос, потому что самолет довольно-таки необычный и крутой. Но он очень здоровый, мать его, просто нереально очень здоровый. Так, развернешься, нет? Мы теряем скорость так-то с тобой, брат. Так, мне кажется, его можно прямо посередине ветряков кидать, потому что если его сейчас сломают, его сломают вообще не по-детски. Так, я, получается, сделаю как-то немножко вот так вот. Так. Вроде летит куда надо. Оп! А сами мы сюда пойдем, посмотрим из лучших мест, что с тобой будет. Ты же долетишь? А, кстати, не факт, что он долетит, но смотрим. Не факт. Ой-ой-ой, как опасно. Ты смотри! Он, короче, обманул всех. Оп! Жесткая посадочка, но он летит. А самое тупое, что если камера стоит неправильно, то им управлять практически нереально, блин. Но я думал, он пролетит, но он оказался живучим. Стрекоза не хочет подыхать. Окей. Попробуем еще раз. Ну смотри, как хорошо она улетела далеко. Да-да, сверху. Выше пилотаж сейчас. Наш конек будет, возможно. Вот так вот. Теперь ты точно никуда не денешься. Врежешься и сдохнешь. Лети ко мне. Лети, моя пташечка, лети. Ох, сейчас крыло сломает, смотри. Или нет? На! Вот это нормально так жахнуло. Просто, мама, не горюй. Ну, мы, кстати, нормально так летим. У него, кстати, что-то типа пропеллера есть на кабине. Я серьезно говорю, там что-то крутится вроде, или что это такое, или это колесико было здесь раньше. Ну что ж, довольно-таки мощный удар получился, стрекоза, конечно же, не выдержала, но, собственно, чего вы хотели. Вот такой вот поворот событий. Оп! И мы на земле. Нет, самолет классный, действительно очень классный, мне понравился, он летает, и он быстрый, что самое важное. Пошли к следующему. Так, все, я его поставил. Поставил, чтобы сразу лететь на ветряки без всяких. Без всяких шансов на спасение. Вот сейчас жахнет, так жахнет. Пополам, просто ветряк пополам ударил. Просто как красиво разлетелся самолет или что это было. Просто обалдеть, просто по крыльям в середине. И все, ничего не осталось, просто ничего не осталось, все в клочья. Охренеть, вот это было, конечно, не слабо. Очень даже не слабо. Хвостик один остался, кусок фюзеляжа, который барахтается в воздухе. И, собственно, вот тут еще у нас остатки хвоста.
довольно-таки хорошо разлетелся, прям так на сотни метров. И это было очень круто. Пишите в комментариях, что думаете. Ну и, собственно, думаю, что на этом я сегодня закончил. Какое-то такое необычное фановое видео было. Если вам понравилось, то ставьте лайк, пишите в комментариях, снимать ли подобное еще. Ну и, собственно, увидимся в следующей серии. Пока-пока, друзья.